Садыр Джапаров в Чулпан-Ате открыл новый парк, построенный по его поручению. Организацию места для отдыха и прогулок инициировал глава государства, выделив на эти цели территорию государственной резиденции номер 2. Общая площадь парка составляет 16 гектаров. На его территории размещены амфитеатр, велодорожка, мосты, фонтан, искусственный остров. Парк передан на баланс мэрии Чулпан-Аты. В своей речи президент выразил уверенность в том, что данный парк станет привлекательным местом для горожан и туристов, где круглый год могут проходить фестивали и другие культурные мероприятия. Он подчеркнул, что парк построен приблизительно за полгода, и этот проект в очередной раз демонстрирует, что при правильном подходе к строительству можно открывать подобные объекты. Глава государства особо акцентировал внимание на том, что нужно поддерживать инвесторов, создавать для них благоприятные условия, особенно помогать отечественным инвесторам, которые хотят что-то строить во благо и развитие страны. Президент, обращаясь к старейшинам города, Чулпан-Ата отметил о важности патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы они думали как о своем будущем, так и будущем Кыргызстана. В этой связи он призвал в преддверии туристического сезона поддерживать чистоту окружающей среды, бережно относиться к инфраструктуре для повышения привлекательности туристических объектов среди гостей государства.